Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кирове о закрытии объявила кафе «Милк». Об этом написала администрация кафе в социальных сетях. По ее словам, заведению пришлось закрыться по экономическим причинам. Кафе «Милк» располагалось на Воровского, 7. Там делали авторские десерты и торты. Ранее стало известно, что в Кирове должны закрыться 3 ресторана сети «Макдональдс», как и другие точки международной сети в нашей стране. Но пока они продолжают работу, предположительно, до 14 марта. Также о прекращении работы в России объявила другая сеть фастфуда, представленная в Кирове, KFC. Программа «Экономика». В Кировской налоговой появился ситуационный центр. Его задача, как сообщает УФНС, оперативный мониторинг экономической и социальной ситуации и влияние внешних факторов на экономику. Представители налоговой службы просят предпринимателей оперативно информировать службу в случае возникновения существенных рисков, способных повлиять на экономику и социальную сферу Кировской области или муниципалитета, в том числе об угрозах снижения доходов, возникновения долгов, неполной занятости работников. Подобные центры запускают и в других регионах. Они будут передавать сведения в Федеральный ситуационный центр ФНС России для систематизации и выработки необходимых мер поддержки хозяйствующих субъектов. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Продолжаем освежать фундаментальные знания вместе с компанией «Бухгалтер и я». Сегодня с ее руководителем Татьяной Максимчук говорим о том, что такое расходы. Расходы – это экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты предприятия. Например, нельзя построить забор у себя на даче и принять это к расходам предприятия. Расходы могут быть как прямыми, то есть непосредственно относящимися к товарам, работам, услугам, так и косвенными, то есть которые напрямую не зависят от деятельности компании. Ну, пример прямых – себестоимость товаров, заработная плата продавцов и налоги с этой зарплаты, заработная плата производственных рабочих и, соответственно, налоги с этой заработной платы. А косвенными могут выступать аренда офиса, затраты на зарплату администрации, бухгалтерии и, соответственно, налогов с них. Важно собирать все расходы и вести по ним учет. Этот параметр важен для формирования прибыли, о чем пойдет речь в следующих выпусках. Если вы в очередной раз задумались об оптимизации издержек своего бизнеса или хотите защититься от непредвиденных расходов вроде штрафов, вам помогут специалисты «Бухгалтеры Я» 213-112, и у вас будет анализ расходов, рисков или квалифицированный бухгалтер на аутсорсе. Экономика. Завершение о валютах. Курс доллара на сегодня 116 рублей 8 копеек. Это на 10 с лишним рублей выше предыдущего показателя. Официальный евро повышен почти на 11 рублей до 126,44. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.